учебный год. Сегодня вновь наступило 1 сентября, и мы все вместе с вами отправляемся в новую дорогу. Я надеюсь, с одними целями и с одними желаниями, чтобы наши дети были умными, счастливыми, здоровыми, самое главное, успешными. Сегодня в Коломенском городском округе в первый класс пошло более 2300 детей. Во всех школах муниципалитета проходят линейки, и мы рады, что с каждым годом детей прибавляется, и с каждым годом первоклассников наших становится все больше. Правительство Московской области, администрация города стараются сделать так, чтобы дети учились комфортно, чтобы дети учились спокойно, чтобы дети получали качественное образование в качественных зданиях. Мы очень надеемся, что с началом 2019 года будет положено начало строительству, закончены проектно-изыскательские работы по двум стройкам и двум пристроям. То есть четыре объекта, которые должны начать строиться с начала 2019 года. Поэтому есть все основания полагать, что у нас с вами все хорошо, и зависит только теперь от нас, как от родителей, от нас, как от педагогов, чтобы наши дети построили достойное будущее нашего города, достойное будущее нашей страны. Сегодня я хочу также зачитать приветствие министра образования Московской области, которое, конечно же, посвящено в первую очередь... В первую очередь посвящено вашему празднику. Сегодня Михаил Михайлович совершенно справедливо отметил, что линейка сегодня непростая, линейка особенная. Столетие школы отмечается единожды, поэтому дата серьезная, дата ответственная. И министр просила, дала нам такое поручение, чтобы мы вас поздравили с этим праздником и с началом учебного года в статусе одной из старейших, одной из самых сильных и качественных школ муниципалитета. Уважаемые коллеги, педагоги, дорогие ребята, поздравляю вас с Днем Знаний. Сегодня на праздничных линейках 855 тысяч школьников Подмосковья начинают новый этап жизни, поднимаются на новую ступеньку лестницы, ведущей к успеху. Поздравляю вас с тем, что начало нового учебного года вы встречаете в столь замечательной школе. Учиться – это трудная работа, но время учения – прекрасный и важный этап в жизни человека. От всей души поздравляю педагогов, учащихся, родителей учащихся с новым учебным годом. Пусть сбудутся ваши мечты, новых вам открыть, новых побед. С праздником, дорогие друзья, с Днем Знаний! Спасибо. Я забыла важную вещь. Я самую важную вещь забыла. В день рождения же принято подарки дарить. Сейчас, мои хорошие, держите папку.